Кортик покрыт ядом бразильского бродячего паука. Вскоре все твое тело наполнится пьянящей болью. Твои конечности будут парализованы. Легкие перестанут работать, а сердце прекратит биться. Ах, как же это будет забавно. Не совсем подобающая смерть. Ученик-босс. Ты получишь от меня страх, который не испытывал прежде. Теперь, когда ты оказался в моей паутине, настало время ощутить страх. Страх! Я вижу его! Страх!
Ну вот, собственно, и разобрались мы с Дофиером, то есть со страхом. И как вы поняли, лучшее оружие против него это АК-47. Ну, по крайней мере, я его мочу так. Может, у кого-то другая тактика. Кстати, Дофиер единственный босс, которого очень тяжело завалить транквилизаторным пистолетом. Крайне тяжело. Но если мы его убьем, все-таки из транквилизаторного, то получим очень классный камуфляж, который все время дает, по-моему, 75% невидимости. Но у него большой минус. Из-за него змей хочет почему-то есть. Видимо, это такой побочный эффект от невидимости. Ну, от невидимости в кавычках. Да и пофиг на него, я и без него прекрасно справлюсь. Дофиер теперь история. А мы продвигаемся дальше, и нам нужно сейчас использовать тот ключ, который нам дал Гранин. Так, сейчас нужно осторожно передвигаться, чтобы не спалиться. А спалиться тут очень легко. Так, вот еще один чувачок сейчас. Кто спит? Во. Все, уснули все. Следующим боссом у нас будет The End, то есть конец. И с ним у меня будет тоже своеобразная тактика. Вот только не знаю, получится ли она при этом прохождении, а то обычно как назло, когда хочешь, постараешься, то не получается. А там еще один чувачок был, я что-то про него и забыл. Так, заново пополним запасы продуктов. А уже полно продуктов. И, кстати, насчет продуктов. Когда, помню, проходишь на харде или выше, то Снейк гораздо чаще хочет есть. Быстрее устает. И нужно иметь это в виду. А то ведь если он проголодается, у него урчит живот. И охранники могут услышать это, да, вот такой нюанс. Не помню, говорил я о нем или нет. Ну вот, сказал. Может быть, второй раз. Подумаем. Насколько я помню, Гранин говорил, что за этой дверью нас ждет лес. Поэтому нужно сменить уже камуфляж на лесной. На этом конец 34-й части. Всем спасибо за просмотр и пока.